Друзья, в программе «Эстрадный коктейль» снова гости. И на этот раз рядом со мной сейчас находится молодая исполнительница, которую зрители телеканала ОНТ очень хорошо, я надеюсь, знают по проекту «Академия талантов». Алина Чижик сегодня у нас в гостях. Алина, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, естественно, в первую очередь мне бы хотелось поговорить с тобой о проекте «Академия талантов». Как тебе в целом, какие твои впечатления? И вынесла ли ты какой-то для себя полезный урок? Конечно, впечатление очень хорошее, положительное впечатление. И много нового я узнала, с хорошими людьми познакомилась. И вообще это такая школа большая, и вокальная, и жизненная. Было что-то такое, что тебе удалось с помощью проекта преодолеть, и ты сейчас можешь гордиться этим? Хороший очень вопрос. Скорее всего, что время проекта я преодолела... гордыню и тщеславие. Да. Почему-то так. Трудно поверить, конечно, глядя на такую скромную, с первого взгляда, девушку. Ну, если на самом деле были какие-то качества подобные, которые ты называешь, то сейчас мы этого вообще не видим. Так что Академия талантов пошла тебе на пользу. Да, пошла на пользу. Объявляй, какую песню будешь сегодня исполнять. Песня «На пороге». Друзья, встречайте, Алина Чижик с песней «На пороге» специально для вас на сцене «Эстрадного коктейля». Взмахнув крылом, любовь взлетела.